ребята, сегодня я зашла в Брукхейвен для того, чтобы найти себе брата или сестру. Так как маму и папу я уже искала, я решила, что сегодня у меня должна появиться какая-то сестра, либо какой-то брат. Это будет достаточно интересно, поэтому я вот так вот готова. Кто это? Офигеть, вы посмотрите, почему она выглядит точно так же, как и я. Офигеть, почему она вообще на инвалидном кресле? Что это такое? И почему меня в телеге похитили, блин? Что происходит? Я что, сестру нашла? Офигеть, так быстро я не ожидала этого. Вообще зашла. Походу, это моя подписчица, либо мой какой-то подписчик, который оделся так же, как и я. Но, в принципе, знаете, найти сестру-близнеца, мне кажется, это очень интересно. Что происходит? Почему мы куда-то забираемся? Ребят, я вообще, конечно, сейчас не понимаю, что происходит. Почему мы забираемся на этот, на эту арку? Она в инвалидном кресле, я не понимаю. У меня сестра-близнец-инвалид? Или что случилось-то в этой жизни с тобой? Что происходит? Что, блин, сейчас произошло? Я вообще не понимаю. Это что за жесть какая-то? Фигня. Нет, давай мы не будем больше никуда забираться. Не надо. Зачем мы забираемся туда и падаем? Я не понимаю. С этой корзинкой вонючей. Мы сейчас куда-то едем или не едем? Я не знаю. Я не понимаю, что происходит и куда мы едем. Что вообще у нас там сейчас будет? Так, ну давайте понаблюдаем за этим. Ваши предположения, ребята, кстати, вы можете... Почему мы едем сейчас прямо в холм? Офигеть, что сейчас будет здесь происходить? Я не знаю. Какое-то жертвоприношение сестры-близнеца? У кого есть брат-сестра? Пишите в комментариях прямо под этим видео. Вот, у меня вот появилась сестра-близнец, как вы понимаете. Вот, выглядим. Она выглядит точно так же, как и я. Она даже шапку мою одела, вы это понимаете? Плюс у нее еще, смотрите, у нее реально топик похож на мой. Белая юбка такая же, как у меня. Она реально выглядит точь-в-точь, как я. Это вообще прикол какой-то, ребята. Это очень интересно, конечно. Я такого не ожидала. Куда мы вообще сейчас идем? Там какие-то ребята бегают. Я думаю, что мы сейчас построим какой-нибудь дом. Будем там месяц, это семьей жить. Сестрой-близнецом. Это, кстати, интересно. Так, я не понимаю, мы пришли к какому-то парню. Может быть, это ее парень? Я не знаю, может, у моей сестры-близнеца есть парень? Так, что происходит? Почему мы туда заходим? Почему ты меня бросила? Алло, эту корзинку брала. Что вообще тут происходит? Я не понимаю. Походу, она хочет забраться в какой-то дом чужой этого парня, а он стоит за этим всем, наблюдает и не понимает, что мы вообще здесь делаем. И что нам от него надо и от его дома. Встали. Все? Нет? Не катит, походу. Я не знаю, ребят. Я не понимаю, что происходит. Меня просто она скинула. Меня забанили. Походу, мою сестру-близнеца тоже забанили. Этот парень понаблюдал, как мы это действуем, не действуем, и решил забанить нас. Куда моя сестра делась? У меня сестра-близнец пропала. Куда она делась? Офигеть, что, забанили только меня? Ей какие-то привилегии? Я не поняла, где она? Что происходит? Надо ее искать, походу. Я не знаю. Блин, где моя сестра? Куда делась моя сестра? У меня сестру украли. А, вот она, смотрите. Снова мы вместе, походу, ее забанили позже, чем меня, поэтому я первая телепортировалась на это место. Но отлично, нас забанили в первом доме, хотя я вообще не понимаю, зачем мы туда пробирались. Отлично, мы сейчас украли какого-то человека. Блин, мы украли человека с брецелем, вот, с брецелем на спине, с рогаликом. Что вообще у нас тут какой-то трэш происходит, ребят? Так, меня скинули. Она решила нас куда-то отвезти и скинуть в итоге. Я не знаю, вообще какая-то очень странная девочка, которая ворует меня на телеге, потом скидывает, потом... О, новенькую нашли, смотрите, она в какой-то шапке, у нее из ушей какие-то эти торчат, шипы. Это, походу, наушники, вот что это, наушники. Слушайте, интересно, интересно, мы тут втроем теперь, у нас, значит, веселимся втроем. Не, все, той разонравилось. Так, мы сейчас куда-то направляемся, я не знаю, ребят, я вообще просто смотрю. Отлично, у меня сестра, может, кстати, она ногу сломала, что она на инвалидном кресле ездит, я не знаю. Но выглядит, конечно, это все супер интересно. Мы сейчас заходим куда? Сюда. Тут живет какая-то Розалин. Мы забрались в этот дом, вот к этой Розалин. Слушайте, выглядит, конечно, она эффектненько, эффектненько. Хотела сказать, надеюсь, нас сейчас не забанят, но меня забанили. Блин, моя сестра успела свалить. Она успела свалить, и что теперь нам делать? Где она? Надеюсь, то, что она меня найдет. Иначе мы потеряемся в этом Брукхейвене и уже друг друга не найдем. И тогда это будет программа «Жди меня», где нас с сестрой-близнецом разлучили. Ну, не в детстве, конечно, но разлучили, и мы не сможем друг друга найти. Так, я не знаю, где моя сестра. Давайте посмотрим где-то на поиски домов. Может быть, она там где-то осталась, но я ее пока нигде не вижу. А, вот, смотрите, она до сих пор там тусуется, надо ее найти. Блин, как мне ее найти? Куда делась она? Где она? Алло, алло. Вот она вроде. Да, смотрите, все, телепортируемся вот сюда. Вот она. Почему она меня не искала? Почему я ее искала? Смотрите, она достает вот эту Розалину, она, видимо, мстит за то, что это меня забанило. Мы не можем туда пройти. Алло, меня забанили. Что происходит, ребят? Я вообще не понимаю. Какой-то трэш полный. Мало того, что она выглядит как я, так она еще и устраивает просто какой-то трэш.
трэш, куда ты ее дели? Ее, походу, забанили. Нас с сестрой разлучили второй раз. Капец, что делать? Что вообще происходит? Здесь какой-то трэш полный происходит. Ладно, давайте мы быстренько, пока она там где-то, давайте мы быстро добежим. Она, видимо, доставала эту хозяйку дома, и эта хозяйка ее забанила. Нам нужно... О, все, моя сестра меня нашла. Отлично, ребята. Мы нашли друг друга. Программа «Жди меня» не потребуется. Смотрим, что же происходит. Нас бросили здесь. Я вообще не понимаю. Нас этой тележкой куда-то носится. Что-то вообще, я не знаю, хаос устраивает. Я не понимаю, что она вообще хочет добиться этим. Мы забираемся в какие-то дома. Нас уже в двух забанили. С сестрой-близнецом. Заходим в еще один дом. Нет, не заходим, походу. А, нас на машине украли. Офигеть! Я вообще сначала не поняла. Я думала, это она меня возит. Было не видно. Это, оказывается, мы на какую-то жопу тачки сели. И теперь куда-то едем. Я не знаю, куда. Так, очень интересно. Офигеть, нас в забаненный дом закинуло. И, походу, что за фигня? Офигеть, у нас что, землетрясение в Брукхейвен? Куда делась моя сестра? Что тут вообще, блин, происходит? Итак, в Брукхейвен наступило землетрясение. Между прочим, 7,5 баллов. Офигеть. Слушайте, это такое серьезное Это такое серьезное, ребят, землетрясение. 7,5 это... Ребят, ну, сами понимаете, сейчас тут было такое. Тут брач чихнул, у меня тут дома землетрясение случилось. Тоже 7,5 баллов. У меня пропала сестра. Я не понимаю, что... Где она вообще? У меня сестра пропала. Как мы теперь найдем? Мы уже разлучились третий раз, ребята. Третий раз. Третий раз мы разлучились с моей сестрой. Куда она делась? Как ее теперь найти? Я абсолютно не знаю, где она. Надо искать человека в инвалидном кресле. Ну, либо какая-то тусовка. Так, тут кто-то в конвульсиях лежит. Надеюсь, ему помогут. Что здесь происходит? Это моя сестра? Нет, это не моя сестра. Ребят, я потеряла сестру. Не понимаю, где тут на спауне дофига людей, но только не моя сестра. Где она? Может, брата пока найти? Пока сестра куда-то пропала, может, брата найти? Ну, вот этот вроде нормальный такой, смотрите, ребят. Ну, неплохой такой, за брата сойдет. Ну, ему, видимо, неинтересно. Так, походу, вот она. Нет, это не она. Нет, это не моя сестра. Ребят, я вообще не знаю, куда она делась. Может, вот там она прыгает? Я не знаю, куда делась моя сестра. Давайте посмотрим, тоже по домам поищем. Я нашла свою сестру, она у кого-то тачку своровала. У Сафу этого, я не знаю, или это он, или не он. Она у него тачку своровала, и что вообще тут происходит? Она за рулем, меня куда-то посадили вообще. Где я вообще сижу? Она что, опять телега? Она реально, она меня в телегу посадила. Ребят, она едет с телегой за рулем. Я считаю, официально, у меня сестра, близнец, просто крейзи. Так, мы попали в аварию, ребята, это просто капец. Слушайте, мы выжили. А, мы куда-то сбросили Сафа. Так, ты Сафа потеряла. А чья это вообще тачка? Это его тачка? Или она у кого-то тачку украла, походу, мне кажется. Я не знаю, ребят, мы ездим в этом. Она у кого-то тачку украла, у какого-то Рексел. Смотрим, тут вообще какой-то хаос происходит. Я еду вообще в телеге, в машине, в капоте. Мы куда-то гоним. Блин, это просто жесть, ребят. Я не знаю, это просто не Брукхейвен, а какой-то хаос происходит полнейший. Какая-то дичь творится здесь. Ребят, ну как бы это вообще просто какой-то прикол. Вы посмотрите, я вообще, что здесь происходит? Это просто реально жесть какая-то. Я не знаю, у меня сестра просто бешеная. Вот реально бешеная сестра. Она меня сегодня из телеги вообще никак не достает. Тут опять кто-то эту же тачку кто-то украл. Либо это этот же Рексель. Короче, я не знаю, ребята. Но это просто какой-то прикол. Я не знаю, мне кажется, я нашла просто отличную сестру. Близнеца, которая меня бросила.